Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звездная дорога». Сегодня вы увидите тех исполнителей, чьи песни в новогоднем выпуске были исполнены впервые, и музыкальные номера, которые не вошли в новогодний выпуск.
Сарепеске дилла бастана
Thank you.
Глупая девчонка, он
Бездонная звезда заглянула к нам в окно. Серебряным ручьем льется звездное вино. И круто голова, и лунный свет твоих струится в волосах. И ничего тебе важнее нет, чем эта ночь в твоих глазах. Ночь в твоих глазах. Бездонная звезда, как бездонная любовь. Бездонную любовь приютили мы с тобой. И светится теперь наш старый дом, как раньше было только в снах. И знаем только мы с тобой вдвоем про эту ночь в твоих глазах. Ночь в твоих глазах шепчет мне «Останься», и слова прощанья гаснут на губах. Ночь в твоих глазах словно белый танец, приглашенье к счастью. Ночь в твоих глазах.
Но не
Yeah.
Здравствуйте. Мы с вами снова на звездной дороге. Прежде всего, я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать вам счастья, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Сегодня я открываю новый цикл программы. И так как начинается он в середине января, а заканчивается к концу февраля, в нем будет не 4 программы, как обычно, а 6. Так что смотрите нас внимательно, поскольку именно вы определяете победителей по трем представленным номинациям. К тому же, во время эфира нашей программы вы можете позвонить по телефону 441-41-87 и назвать лучший клип, лучшую песню и самого понравившегося вам исполнителя. Откроет нашу сегодняшнюю программу Олег Панасин. Сказал тебе прощай, ты стоишь и не уходишь. Уже закончился наш май, и птицу в небе ты не словишь. И что было, кажется, во сне. Поцелуй под луною с милой, грустные глаза и слезы на щеке. Все, что осталось от любимой. Белые, белые, белые цветы дарил тебе я каждый день. Я помню вечера зимой, как согревали мы друг друга. И я пытался, но забыть не мог. Лет чайки белые летали, волны разбивались все у наших ног, а мы, обнявшись, в море танцевали. Белые, белые, белые цветы
вышли и освещали темный город наш. Нашей звездной рубрике я хочу поздравить с днем рождения постоянную участницу нашей программы Жанну Боднарук. С днем рождения тебе, Жанночка. Я хочу пожелать тебе успехов в твоей тяжелой, но прекрасной профессии. А самое главное, много друзей. Ну, скажем, таких, как я.
степом біду. А над степом розпук. Неприбраний дорог. І чорно щило в круг. Пробіга, пролита. Лихо к лесенке я шел, лихо песенку нашел. И своей песенкой одолею лесенку. Сегодня у меня в гостях известная украинская певица Карина Плань. Карина, расскажи, пожалуйста, как начиналась твоя карьера? Почему ты стала певицей? Наверное, был какой-то случай. Да, случай, конечно, был. В принципе, когда я была совсем малявкой, у меня моя бабушка, которая раньше была певицей, она была такой старой певицей, вынимала свой магнитофон, огромный, тогда еще ламповый магнитофон со всякими бобинами, и крутила свои старые записи. Но я в это время, соответственно, немножко подвывала, так что изучала, там, пыталась тоже ее копировать. Вот. Ну и потом дальше, чем дальше, тем больше. Я так росла, пела с ней вместе. Потом пела на даче, пока она пропала, была там старенькая. Вот. А потом была музыкальная школа, потом было музыкальное училище, и уже там я почувствовала, что не петь я просто не могу. Знаешь, как в мультике «Волк», сейчас пою. Ну, а помнишь, ты свой первый раз? Да, конечно. Это было 13 января 1993 года.
кстати говоря, очень люблю число 13, вот, но в этот 13 мне совершенно не повезло, потому что мой костюм, который был на мне впервые тогда, это как раз было как бы и выступление, и генеральная репетиция, потому что все шилось, как всегда, он у нас это все делает в последний момент, он начал меня так вот, здесь так молния расходиться, так, красиво был в фигуре, без бретелек, я тут еще танцевала, махала как-то руками, думала, что если сейчас я не буду делать вот такую стойку, то все просто-напросто слетит. Поэтому он мне запомнился особенно. Вот. Ну, вообще, конечно, я помню свои первые впечатления. Это было очень здорово. И, ну, с тех пор я просто не могу. Это как наркотик. Екатерина, сейчас какое-то повальное увлечение просто телевидением, радио. Собственно, и я в частности тоже. Что тебя заставило стать телевизионным ведущим? Ну, тебе же нравится общаться с многими людьми, правда? Очень. Быть, да, где-то на виду. А представь себе, что перед тобой не просто зал, огромный, может быть, зал, а сотни, тысячи зрителей, они все сидят на тебя вот так вот в упор, вот смотрят, вот так. Это же здорово, правда? Это очень здорово. Вот. Ну и, конечно, если человек уже имеет какой-то опыт наработанный, общение с большой аудиторией, мне кажется, что ему как-то легче выходить на телевидение и вообще работать перед камерой. Ну, наверное, это помогает в процессе создания и ведения таких передач. Поэтому я думаю, что в этом есть какой-то сенс. Карина, скажи, пожалуйста, как стать звездой? Или что нужно тебе было для того, чтобы стать звездой? Интересный вопрос. Ну, для этого, во-первых, нужно начать светиться. Изучать свет. Как звезды. Вот. Спрашивают, чувствуешь ли ты себя звездой, я говорю, что когда делаю много-много бижутерии, она все блестит, и я чувствую себя звездой. Ну, а если серьезно к этому подходить, то мне кажется, что сейчас для тех, кто начинает, и для тех, у кого этот вопрос очень актуален, как подобраться к этим вершинам, очень важно найти настоящего, верного менеджера, верного продюсера, то есть людей, которые будут постоянно с тобой, которые будут тебе во всем помогать. Мне кажется, что кроме того, что человек должен быть, ну, привлекательным, наверное, обаятельным где-то как-то, и еще иметь какой-то свой мысль такую интересную в своем голове, то вокруг него должна быть именно эта менеджерская, продюсерская поддержка, которая ему обеспечит выход на эту огромную лестницу к звездам. Спасибо тебе большое за содержательное интервью.
Поклонники рок-группы «Красная площадь», зная, что группа ищет помещение для репетиций, решили пошутить. Они составили письмо. И знаете куда? В психиатрическую больницу имени Павлова. Разрешите, я процитирую вам несколько строк
Красная площадь имеет желание участвовать в мероприятиях, направленных на социальную реабилитацию людей с психическими отклонениями. Ну, поклонники пошутили, но главврач, будучи человеком крайне серьезным, поставил свою резолюцию разрешить. Не знаю, что повлияло на решение главврача, но, скорее всего, это была песня, написанная Всеволодом Татаренко «Лазарет». Но прозвучит сейчас совершенно другая песня.
наша передача подходит к концу, и мне остается только попрощаться с вами. Каждую неделю с вами в эфире «Звездная